Вітаю, це програма «Відзеркалення». Я Юлія Журавльова. І сьогодні говоримо про трудове законодавство в Україні. Наш експерт сьогодні – професор Харківського національного економічного університету Галина Назарова. Доброго дня. Доброго дня. Галина Валентинівна, перепрошую. Багато експертів і опозиційних політиків вже назвали новий трудовий кодекс, який Верховна Рада у другому читанні планує ухвалити вже восени, антиконституційним, бо він звужує права і свободи трудящих, так би мовити. Що ви про це думаєте? Ну, прежде всего, я хотела бы сказать, что если весна была посвящена больше финансовым и экономическим вопросам, то есть это налоговая реформа, пенсионная реформа, то осень будет посвящена условиям труда, то есть те условия, в которых мы должны будем работать. С этими условиями связан и трудовой кодекс, и еще целый пакет документов, которые сейчас готовит вице-премьер Сергей Тыгибко. Это законы о легализации заработных плат, об усилении ответственности в сфере труда, ну и, конечно, трудовой кодекс. Сказать о том, что он антиконституционный в целом, конечно, нельзя, потому что он довольно прогрессивный шаг в трудовом законодательстве. Но то, что в этом кодексе намного снижаются права работников и увеличиваются права работодателей, это однозначно. То есть работодатель получает инструменты, с помощью которых можно заставить работать, можно заставить принять те условия работы, в которых надо работать. И, в общем-то, не оставляет у работника возможности влиять на те условия, в которых он оказывается. Новый документ передбачает, что работодавець может регулировать трудовые отношения окремыми нормативными актами. Что это за акты такие могут быть? Да, это такая новелла трудового кодекса. До настоящего времени обязательным было заключение коллективного договора. Это договор между администрацией и работниками предприятия. Этот документ подписывался профсоюзом, подписывался работниками, подписывался он самим работодателем. Новый трудовой кодекс вносит такой выбор. Работодатель может или заключить коллективный договор, или так называемый нормативный акт работодателя, который он заключает сам с собой самостоятельно. Ну, что это означает? Это означает, что вы приходите на работу и не имеете права менять никакие условия. Вы можете только согласиться с этими условиями и остаться там работать, или не согласиться и уйти. То есть вы, не работник, не имеет права обсуждать, вносить изменения ни в свой контракт, ни в договор, ни в заработную плату, ни в рабочий день, ни во что. Вот это, конечно... Такой односторонний процесс. Да, это односторонний, принятый в одностороннем порядке директором предприятия, собственником предприятия, без участия рабочих и работников. Работодавец таким чином может взагалі не выполнять этот коллективный договор? Он может его даже не заключать. То есть коллективного договора может вообще не быть по закону. Кто хочет, тот заключает. Кто не хочет, тот не заключает. Вот так. Я знайшла інформацію. За певними оцінками, вже протягом першого півроку після прийняття нового трудового кодексу в нинішній його редакції до 70% або приблизно 2,5 мільйона підприємств спробують ліквідувати вже укладені колективні договори або ухилятися від укладання нових. Так, звісно. Я навіть думаю, що більше. До чого це призведе? Думаю, даже что больше, потому что, конечно, каждому владельцу предприятия выгодно не советоваться с работниками по поводу их отпусков, заработных плат, условий работы, условий найма, условий увольнения, что тоже очень важно. Им удобно установить собственные правила, собственные требования, которые являются законом, потому что нормативный акт работодателя – это, считайте, закон, по которому работает предприятие. Поэтому, конечно, коллективные договора, если они еще действуют, они еще будут действовать в установленные сроки. А если их нет или их надо перезаключать, конечно, их заключать никто не будет. Такие нормативные договоры, они не порушают какие-то украинские другие законы про працю? Чи Конституцию ту саму? Введение таких нормативных актов? Тут вопрос сложный. Дело в том, что вот такое социальное партнерство – это обязательное условие любых социально-трудовых отношений в цивилизованном мире. Во всех странах существуют аналоги этих коллективных договоров, во всех странах Европы, во всех странах мира. Поэтому система бипартизма предполагает договор между работником и работодателем.
Система трипартизма предполагает договор между государством, работником и работодателем. А единоличный нормативный акт работодателя, он не предполагает вообще никакого социального партнерства. То есть нарушается социальный диалог между работниками и теми, кто их нанимает на работу. Конечно, это не противоречит законодательству, потому что об этом речи как бы нигде не идет. Вот. Но это противоречит, скажем, тем трудовым отношениям, которые должны складываться в производстве, чтобы они были взаимовыгодные, чтобы они были мотивированные, чтобы работник хотел работать и как-то был простимулирован для этой работы. Так, а большинство украинских предприятий имеют сегодня коллективные договоры? Сегодня должны иметь все коллективные договора. То есть сегодня это норма законодательства, и коллективный договор является обязательным. Поэтому если осенью Трудовой кодекс вступит в силу, или его хотя бы будут обсуждать, то это будет, конечно, серьезный вопрос для позиции, для оппозиции, для внесения поправок. Потому что на сегодняшний день и договор обязателен, и внесение в него изменений обязательно по согласованию с трудовым коллективом. На сегодня работодатель имеет какие-то рамки, в которых он должен работать. Трудовой кодекс, наверное, такие рамки уберет. Ми вже згадували тут про відпустки. От новий трудовий кодекс, що він змінює в цьому плані? В відпустках? Да, собственно, нічого такого в відпустках трудовий кодекс новий особливо не змінює, тому що право на роботу, право на відпуск, право на віддих – це права, определені Конституцією. Єдине, що якісь відпустки становятся чуть менше, якісь чуть більше – ну, часть из них регулируется просто другим законодательством специальным. Поэтому, что касается отпусков, я думаю, что тут нарушения прав работников нету. А норма про то, что работодавець может и не відпустити у відпустку работника? Нет, такого не может быть. Якщо там певні умови... Нет, такое он не имеет права не отпускать работника в отпуск. Я такого там не видела, поэтому думаю, что... ну, часто, знаете, исходный документ, который, собственно, регулируется, законопроект, он, пройдя некоторые обсуждения, он уже преображается, в общем, не совсем правильную информацию, поэтому то, что я там читала, там отпуска как бы нормально. Другое дело, что работодатель может заставить работать работника сверхурочные часы, не называя их сверхурочными. Вот так вот. Это может быть. То есть включать те часы, которые работник отработал, в трудовой день. И растягивать таким образом трудовой день от 8 часов до 12, и при, как бы сказать, за певных умов и больше. Ну, новый трудовый кодекс теперь позволяет сбільшити до 48 годин рабочий тиждень. Да, в общем, да. Ну, какие тут плюсы и минусы? Конечно, это минусы. Потому что в законе должно быть четко оговорено, что вот рабочая неделя 40 часов, и ни при каких условиях она не может увеличиваться. Как только появляются слова «за певных умов» она может быть увеличена, обязательно работодатель найдет эти певные умовы и увеличит. Поэтому нельзя так писать закон, когда первое предложение статьи утверждает что-то, а второе и третье – вносит изменения и, в общем-то, изменяет первое предложение. То есть сначала оговаривается, что да, 40, а потом может и быть увеличено. Збільшення часів трудового тижня – це не суперечить світовим стандартам? До сегодняшнего дня это соответствовало, но то, что сейчас происходит в мире, увеличение и пенсионного возраста – и расширение прав собственников и прав работодателей, и увеличение рабочей недели. Хотя, конечно, Международная организация труда эти условия оговаривает, что не должно так быть. Но опять же, это конвенции Международной организации труда. Они могут быть как рекомендации, но законодательство действует, конечно, в рамках страны. Багато революцій відбувалося за те, що люди вимагали скоротити робочий день. Да. Ну, трудовий кодекс новий, він же не предусматривает для всіх категорій працюючих. Там окремі умови оговорені, там це вахтний метод, ще якийсь. Ну, є такі фрази «і таке інше». Тобто, от під словом «інше» може бути, звісно, все, що угодно. А те, що...
оце збільшення робочого тижня і інші ці зміни, це не чи не на руку, це власне великому капіталу. Багато експертів кажуть про те, що взагалі цей новий трудовий кодекс, він саме створений під бізнес-інтереси окремих структур. Тут нужно понимать, что крупные структуры, они хотят одного. Они хотят полной управляемости. Управляемости и рабочим временем, и заработными платами, и условиями труда. И весь пакет законодательства, который сейчас готовится, он как раз и направлен на то, чтобы все, что происходило, оно было легально, оно было прозрачно. С одной стороны, это, конечно, требование демократии. А с другой стороны, надо учитывать наши реалии. Вот хотел обратить внимание на еще два закона об ответственности предприятий в сфере труда. То есть фактически к Трудовому кодексу предполагается еще два закона о легализации зарплат и усилении государственного контроля. Вот там речь идет о том, что неоформление, скажем, трудовых отношений между работником и работодателем, то есть не заключение контракта, влечет за собой очень большие штрафы. Эти штрафы могут достигать, 34 тысячи гривен и больше. И мало того, что штраф платит работодатель, то есть директор предприятия, он может разделить этот штраф с собственником, но штраф может заплатить и сам работник. Потому что если он даст неправдивые показания о том, что у него там оформлены отношения или не оформлены отношения инспектору по труду, есть у нас такая государственная инспекция по труду, и она получает очень широкие права. Для работника штраф такой самый, как и для предприятия? Нет, он меньше, конечно. Там где-то 170 гривен, 340 гривен. Вот. Но инспектор по труду может использовать видеонаблюдение, фотосъемку. То есть, проще говоря, если сняли на пленку то, что вы работали, грузили там ящики, разгружали вагоны, потом проверили ваш контракт, а его нету, то заплатите штраф и вы, и тот, кто вас нанял.